Бога нам покой дает и разумение, и веру, и счастье знать, кто ты такой, и радость видеть строй и меру. Везде, куда ни кинешь взгляд, лишь имя, звук, и в этом звуке весь мир, что ищет путь назад, весь мир, что тянет к Богу руки. Харе Кришна Махамантра Ки! Джай! Санкиртана Ягья Ки! Джай! Шри Панчататва Ки! Джай! Шри 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 Джаганатха Баладева Субхадра Ки! Джай! Давайте еще раз привитаем того, кто дал початок руху, кого засновником вважаем Ачар'єю по тілу і духу. Іскон – це кров його і тіло, а книги – дух, що оживляє, продовжує це його діло, бо воно вічне, не вмирає. Практичність нам як принцип давши, а чистоту як нашу силу. Основу в книги нам заклавши, поклав на нас цю справу милу. Нести у світ послання Бога, науку Господа Чайтані, щоб стала видна всім дорога в обитель Крішни і Радхарані. Любов та вдячність в серцях наших горить і світить, мов лампада. Ми припадаємо до стіп ваших, о дорогий наш Прабхупада. Нельзя вас отблагодарить иначе, как исполнив вашу волю. И то лекарство всем распространить, что навсегда избавит всех от боли. Все знания об истине, всю суть, которую вы в книгах описали, чтобы помочь нам вспомнить и вернуть все то, что мы когда-то потеряли. Не видя вас, мы знаем, что вы рядом. Мы знаем, что вы слышите сейчас. Мы говорим вам «Джая Прабхупада! Вся слава вам! Благословите нас!» Засновник Ачар'я Міжнародного товариства свідомості Крішни, його божественна милість Абхай Чарана Ревіндам, Бхактивіданта Свамі Шріла Прабхупада Ки! Джай!